Павел Андреевич, по футбольному клубу «Динамо» Павел Режин. Павел, пожалуйста, ваш краткий комментарий. Ну, игра получилась хорошая, хорошая для зрителей, хорошая для нас. Я думаю, что сегодня Южный забил все, что они хотели забить. Ну, в плане не того, что хотели, на что рассчитывали. Потому что все время до этого оппоненты жаловались, что у них не заходят открытые броски. По-моему, сегодня их было чересчур. Но мы как бы не впадали в панику и продолжали играть свою игру, что в конце концов дало свой результат. И я думаю, что игра получилась. Ну, опять же, есть какие-то моменты, над которыми будем продолжать работать. Спасибо. Ну, наверное, тоже становится традицией, да, что, то, что с нами команды меняют тактику, обычную свою тактику игры, и все стараются там наказать нас больше с периметра, больше играют открыто, в такой открытый баскетбол. Нас это вполне устраивает, мы готовы к этому тоже. Вот. И первая половина была именно такая, что, наверное, изобилие трехочковых и с одной, и с другой стороны. Вот. Многие броски мы сами оставляли открытыми в защите. Во второй половине больше сместили акценты на периметр. Много-много стало бросков у команды «Химик» с сопротивлением, процент упал, мы потихонечку взяли свое. Вот. И что очень радует сегодня, это борьба на щите, что ни один игрок, большой, маленький, не оставлял мяч просто так висеть в воздухе. За каждый мяч мы боролись, если он на полу, мы за него падали, если он в воздухе, за него прыгали. Вот это очень-очень радует. И до последней секунды ребята боролись, отдавались и хотели выиграть. И даже не столько выиграть, сколько хотели забрать мяч. Спасибо.